Привет всем, кто продолжает работать на крипторынке, несмотря на все падения и американские горки, которые сейчас на нем творятся. Многие уже потеряли значительные объемы вложений, и только малая часть осталась в плюсе. Тем не менее, фаза падения пройдет и рынок восстановится. Да и сейчас на нем наблюдается интересная тенденция – борьба между двумя блокчейнами – эфириумом и Binance Smart Chain. Многие проекты сейчас стали покидать эфириум, поскольку их не устраивает комиссия и низкая скорость операций по сети. Поэтому верх берет Binance Smart Chain. Его преимущества очевидны. Комиссии низкие, сеть работает превосходно. К тому же не стоит забывать о том, что уже сейчас вся сеть децентрализованных финансов испытывает огромные проблемы. Сборы также велики, плата за газ очень большая. Транзакции проводятся чрезвычайно медленно. Из-за этого многие разработчики DeFi не могут дальше развивать свои проекты, так что проблему надо решать. И их способен решить такой проект, как XenonPay с токеном X2E. Если прочитать пресс-релиз создателей, то становится понятно, что на рынок вышла платформа, способная трансформировать классические методы привлечения средств для развития. Основная цель создания токена заключается в том, что любой из участников мог рассчитывать на постоянный доход, а также мог распоряжаться акциями. Что еще предлагают разработчики? Все транзакции очень быстрые, а комиссии низкие. Можно получать максимальную прибыль от стейкинга. Помимо этого, можно создать смарт-контракты, минимализировать цену ассигнований для корпораций и компаний. Также команда намерена полностью изменить действующее децентрализованное финансирование. Это главный стержень токена X2P. Что касается его архитектуры, то токен представляет собой высокодоходный токен дефляционного типа, который действует в смарт-контракте Binance. Создатели не стали громоздить сложную архитектуру и сделали так, что чем большим числом владеет держатель токенов, тем выше его доход. Токен будет включать в себя простую интеграцию криптовалютных платежей и даже систему цифрового арбитража. Команда хочет, чтобы у всех были одинаковые шансы на торговлю и инвестирование в криптовалюту. Это сделает бизнес действительно эффективным, прозрачным и надежным. Общий выпуск токенов X2P составляет свыше 1 триллиона токенов. Общий комиссионный сбор 15%. 10% распределяется между всеми держателями токенов при каждой транзакции. 3% идет на кошелек создателя. 2% будут сожжены. Комиссия за транзакцию в размере 10% при заказе на покупку или продажу автоматически делится между холдерами, то есть почти все токены останутся на кошельках владельца. Число X2P ликвидности уменьшается с каждой взимаемой комиссией за транзакцию. Стоит напомнить, что Binance Smart Chain обладает превосходной скоростью транзакций по сети и комиссионные сборы небольшие. X2P токен построен на Binance Smart Chain, делает его наиболее подходящим средством для платежей. Помимо этого, команда хочет наладить партнерские отношения с прочими платформами, чтобы и они могли снижать свои затраты по сети. Можно с уверенностью сказать, что токен – отличный актив, страхующий от резких колебаний крипторынка. Его дефляционная структура не позволит держателям потерять свои средства. На него не действуют высказывания многочисленных экспертов, слабо представляющих что-то из себя. Также не стоит забывать о том, что все переводы, что проходят на сети Binance с помощью токена X2P, проходят автоматическую регистрацию, сохраняются, и это выгодно для всех, кто им владеет. Что же хочется сказать в конце? XenoPay и его токен гарантируют постоянную прибыль всем держателям, благодаря им финансов можно изменить действующую структуру децентрализованных финансов. Сделать ее лучше, проще и быстрее. У проекта амбициозная цель, и судя по намерениям разработчиков, они смогут ее добиться, предоставив другим возможность заработать на токене X2P. Да, и если вы хотите быть в курсе всех последних новостей от проекта, подключайтесь к их телеграм-каналу. Там команда рассказывает и о том, что дальше планируют делать. А с вами был канал CryptoXBlog. Благодарю за внимание. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте свои вопросы в комментариях. До новых встреч!